Здравствуйте. В середине января мы сажали семена земляники по снегу. И вот они у нас начали всходить. Вот из таких махоньких сеянцев, а некоторые еще продолжают проклевываться, вырастут кустики, и мы получим прекрасные ягоды земляники. Что дальше делать с этой рассадой? Вот сейчас начинается самый сложный период у сеянцев, потому что малейший сдвиг вот этого сеянца при поливе приведет к тому, что он погибнет. Нарушение режима полива, нарушение режима освещения – все скажется на жизни дальнейшего вот этого маленького растения. Конденсат, который падает на сеянцы с крышки, иногда попадает на сами растения, и его нужно убрать с помощью промокашки. Вот так аккуратненько, стараясь практически не дотрагиваться до росточка, убираем конденсат. Почему мы убираем конденсат? Листики вот у наших сеянцев должны быть сухие, потому что во влажном вот этом воздухе, во влажной среде очень часто образуются грибковые заболевания, которые тоже приведут к гибели вот этого маленького растенца. Начинаем постепенно приучать наши сеянцы к пониженной влажности, которая находится у нас в комнате, а не под крышкой. Вот у вас они сейчас в таком состоянии находятся. Первое, что мы делаем, просто на несколько дней вот эти зажимы ослабляем и в таком виде сначала на несколько часов, потом на больший период оставляем приоткрытым наш контейнер. А уже когда пройдет неделя, мы приоткрываем наш контейнер. Сразу открывать нельзя, потому что саженцы привыкли к повышенной влажности внутри контейнера. И если сразу открыть, для них это большой стресс, и они могут также погибнуть. Поливать наши сеянцы нужно крайне аккуратно. Это делается либо пипеткой, либо ложкой. Набираем прям немножко в ложку водички и поливаем под корень, по капельке. Очень важно то, чтобы вода была кипяченая. Важно, чтобы вода была комнатной температуры, а потом, когда они уже окрепнут, тогда уже можно будет применять отстойную водопроводную воду. Следите за тем, чтобы грунт был всегда влажным. Очень плохо, когда он подсохнет, и очень плохо, когда его вы переувлажните. Поэтому следите за то, чтобы грунт всегда был не просто влажным, а равномерно влажным. Где-то через дней 10 у сеянцев появится настоящий листочек, и вот тогда можно уже будет подкармливать комплексным минеральным удобрением, и обязательно вот в этом удобрении должны присутствовать микроэлементы. Пройдет много времени, пока мы получим ягоды. Вот этот период от всходов до того, как кустик окрепнет, очень сложный период для земляники. Бывает так, что уже и взошло хорошо, и вроде бы крепенькие сеянцы, но бывает, что рассада падает. Это бывает от того, что при повышенной влажности вот здесь образуется вспышка грибковых заболеваний, которые могут убить наши сеянцы. Поэтому, как только они взошли, сначала на час, потом на два начинайте проветривание контейнера, а уже через недельку полностью его открывайте. Наши советы помогут вам вырастить крепкую рассаду земляники и в этом же, уже в этом году получить хороший урожай, а на будущий год урожай будет еще больше, и пик плодоношения будет на третий год.